Это ты пи***ц, если ничего не делаешь. Я делаю кое-что для тебя. Я планирую выпустить серию видосов про то, как ты можешь нажиться и заработать благодаря биткоин. Привет. Прошлое видео про биткоин многим понравилось. Поэтому я записываю второе видео про биткоин, где мы будем его переносить на биржу и торговать на бирже. Можно будет переводить биткоин в юани и из юаней опять в биткоин абсолютно без комиссии за покупку-продажу. На данный момент биток на самой высоте. Его курс наиболее высокий, за последние 2 года такой цены не было. Зарегистрироваться на этом бирже, да, займет несколько минут, конечно. Потом, после того, как вошли, указываем... Ну, я лично выбираю всегда юани, то есть CNI Spot выбираю. Для начала нам нужно пополнить баланс. Баланс у меня тут копейки остались там. Переходим во вкладку на верхнем меню «Финансы». Да, кстати, тут, если китайский у вас стоит, выберите английский. В вкладке «Финансы», вот здесь вот слева меню «Deposit and Withdrawal», правильно, не знаю, как говорить, BTC. Биржа предоставляет нам свой биткоин-адрес, пополняя на который биткоины, у нас пополняется баланс. Поэтому я на него сейчас скину. В блокчейн-инфо очень удобная возможность отправки. Просто нажимаю «Отправить», указываю этот адрес биржи и сумму. Комиссия составит всего 9 рублей, учитывая, что в рублях я отправляю почти 90 тысяч. Все, мы успешно отправили биткоин. Теперь нужно дождаться подтверждения. Вот сегодня 16 ноября, 11 час времени, днем в 3 часа дня биткоин подскочил с курса 4960 до 5200. И сейчас за последний час он еще подпрыгнул на 100 юаней. О, была транзакция. 2 минуты прошло. Подтверждение есть. Получается, надо дождаться, пока хобби зачислит. Вот, зачислено. Вот тут сейчас началось настоящее ралли. За последние 2 года биток так высоко не поднимался, как вот в этот момент. Такая ситуация была только в 2014, да, в начале, когда он жестко поднимался. То есть сейчас не исключено, что ралли за несколько дней будет жестким и поднимется еще. Мы не можем упустить этот момент. Я буду брать кредитное плечо на сайте Хобби. Но сначала просто покажу, когда торговать. Я же обещал показать, как мы переводим в юани и обратно с юани в биткоины без комиссии, да? Пожалуйста. Бац. Так. Вот на этой странице мы видим вот здесь баланс битка. Я его сейчас могу продать, например, по более высокой цене и купить по более низкой. Так, ну сейчас цена снижается, да? В принципе, по 5345 продам. Например, все. Нажимаю продать. Все, видите, продалось сразу, да? Теперь у меня не битки, а юани. У меня 10334 юаня. Теперь я жду, пока цена уменьшится, и куплю. Ну, например, по 5335 я куплю. То есть я ставлю лот, нажимаю покупка. Все, ордер записан. Вниз чуть-чуть спускаюсь. Вот здесь вот. Я по-английски плохо говорю, поэтому так сразу буду показывать то, что вот здесь стоит лот. И вот здесь текущая цена. Оп, видели?
скакнула текущая цена, лот исполнен. Все, у меня здесь прибавилось. Теперь у меня еще больше стало битка, да? Ого, цена пошла вниз. Смотрите, как резко цена пошла вниз. Можем на этом сыграть. Продам я еще битка. Так. О, как она резко. Приходится продавать по тоже низкой цене. Продаю по низкой цене. Я думаю, что сейчас произойдет жесткий обвал, да? Да, реально, я уже выиграл. Вот. Еще более того, я сейчас возьму margin application, вот это как раз кредитное плечо. Я просто возьму вот так вот и поставлю, что я могу брать в долг. И продам. Ой, какая жесткая обваливающаяся цена. Слушайте, нет, нельзя паниковать. Вот здесь начинается у меня паника. Нет, я проще опять куплю по адекватной цене. Так, вот он сейчас гуляет, да? Жестко так оборвался. Ситуация стабилизировалась, надо возвращать битки. Я все же остаюсь в плюсе, да, если сейчас мой лот будет. Да, я остаюсь в плюсе. Вот, смотрим, я покупал битки. Сколько я купил? 1,93. А сейчас у меня 1,94. И вот эти вот мои несколько лотов, они абсолютно без комиссии прошли. Просто вот вдумайтесь, да? Если ты такой супер прошаренный спец, ты можешь предугадывать, у тебя есть дар предвидеть, в какую сторону сейчас будет падать или подниматься. Пожалуйста, ставишь лот, если ты правильно все посчитал, вот тебе готовый профит, пожалуйста. И теперь я куплю еще битки в долг. Для этого вот здесь вот разрешите делать маржин. Сразу скажу, когда вы берете кредитное плечо, здесь, конечно, уже идет риск. И берешь под процент. 20-30% годовых, по идее. Все, я, короче, покупаю по текущей цене. И ставлю на то, что он сейчас подрастет, хотя бы там на 30 пунктов просто. Все, я еще покупаю. То есть мне дают кредитное плечо в размере 5x примерно. И за 2 битка я покупаю еще 7,7. Так, по текущей цене попытаюсь. Ну вот, цена уже выросла. О, как жестко она, сука, выросла. Блять, как жестко выросла. Скакни вниз. О, давай вниз. О, как их там долбит, а. Посмотрим поближе. Давай, скакни сюда, у меня здесь лот. Я терпеливо выжидаю. Во-во-во, был скачок какой-то. О, купилось. Видали? Сейчас, если еще жестко вниз пойдет, я прям начну жестко терять. Главное, чтобы вниз больше не пошло. Не, чуваки, это ралли. Из-за того, что он перегнул палку сегодня днем, он просто обязан идти вверх. Ну, в законах трейдинга так бывает. Если он перешел определенную границу, то он жестко вырывается. Просто у всех сносят башню, и все думают, да, он будет расти. И он будет расти. Вот если бы он был бы на той границе, до которой бы дошел, держался бы там, он опять бы отпружинился. То есть, вот сейчас я нарисую эту границу. Вот. То есть он уже поднимался до сюда дважды. Один раз примерно в июне, да, и другой раз, ну вот, на той неделе, да. И теперь он эту границу перешагнул. Его, конечно, будет гонять туда-сюда, и вверх, и вниз, и вверх, и вниз. Но тренд такой. Также этот тренд связан с самой физикой биткоина, так как у нас произошло в этом году, в летом, уполовинивание вознаграждения. Их стало выпускаться еще в 2 раза меньше, ежедесятиминутно. Я купил по 306, но цена 317. Угу. Ну и знаете, я прямо при вас сейчас такой, типа, сейчас вниз, сейчас вверх рванет. Типа, хочу принять быстрое решение. Но это ошибка спешить, потому что от резких движений происходят жесткие потери.
Я вижу, что он будет расти, я осознанно ставлю крупную сумму на это кредитное плечо, и дай бог он будет расти. Я просто оставлю это как есть и вернусь к этому курсу в следующем влоге. Да, вот, вы посмотрите вместе со мной, сколько получилось заработать в следующем влоге. Я не знаю, когда он выйдет, но увидимся.